Сезнең белән тасвири һәм гамәли сәнгать өлкәсендә иҗат итүче безнең рәссамнарыбызны Бакый Аркага Урманчы исемендәге премиягә лаек булган рәссамнарыбызны бүген котлыйбыз. Алар өчен зур бәйрәм. Һәммәбез өчен дә зур бәйрәм, чөнки мондый тантана гомумән бездә беренче мәртәбә легионда үткәрелә. Мәдәният министрлыгы біздің рәссамдарымызға шундай зор стимул бере. Дорогие друзья, мы не меньше вас всех волновались и волнуемся, поскольку представлено очень много работ во всех видах и жанрах изобразительного искусства. Это и не случайно, поскольку Бакый Идрисович Урманчы внес большой вклад в развитие всех видов и жанров изобразительного искусства. И станковую, и монументальную живопись, и графику, и монументально-декоративное искусство, скульптуру, и театрально-декорационное искусство. Он посвятил свою жизнь, более 70 лет он творил, и поэтому его творчество является примером высокого служения искусству, примером профессионализма, высокого профессионализма и, конечно, стремления к совершенству. Поэтому то, что сегодня у нас проходит, это торжество на выставочном зале, где представлена работа Бакый Идрисовича Урманчы, многому обязывает. И, конечно, участвовали 77 авторов. Конечно, вы скажете, это много или мало. Я уже слежу за этим конкурсом давно, являюсь членом жюри. С каждым годом становится больше участников.